началось в конце 11 класса, когда мы еще учились в школе с Дмитрием, это было давно. Вот, и мы, одноклассники, собрались, открывали, брали дома у одного нашего знакомого любую книгу, открывали ее. У него какие-то были очень странные книги, но интересные. Мы открывали, и под музыку, которую мы еще не умели делать и не умели играть, но пытались, мы прозачитывали тексты вместо написанных стихов. Вот. И даже записали один альбом, но о котором мало кто знает. Собственно, это было недолго, быстро прошло. Хороший был год 2007. Лето 2007 года. Этим запомнится нам. И я думаю, что нашим слушателям тоже. У нас ничего не было, ничего не было. Легкий песен, ты сама прекрасно знаешь, что мы возглавляешь рейтинг трех женщин. Но прости, я больше не буду. Хочешь, я тебе взяла слух, ты только лей посуду. Рок-панк. Шай-панк, да, у нас еще со времен, наверное, акустики. Да. Это словосочетание появилось. Ну, она, может быть, не связана с нашим, с нашей музыкой, но она связана с нашим мировоззрением. В большей части. Ну, собственно, я думаю, что оно непонятно ни для нас, ни для остальных, но оно имеет место быть. Никого обидеть, но я не могу для себя ничего найти. Ну, то есть, хорошие ребята, они мне очень симпатичны. Прям есть среди них красивые женщины. Вот, но это не та музыка, которую я слушаю. Я по панку угораю, поэтому я не люблю ни постпанк, ни всего лоу-фай. Дерьмо тоже говно. Ну, в смысле, я не хочу сказать, что мы одни там в белом пальто, а все плохо вообще. Хорошо, что люди ходят на концерты, на самом деле. То есть вся вот эта новая волна, она появилась только из-за того, что есть слушатели. То есть слушатели намного более важны в этом случае, чем сами музыканты. Потому что музыканты были всегда, а вот слушатели, они как наплывы. То они приходят все, вот, да, когда, ну, то есть вот новая волна, это как бы такое последствие вот предыдущей новой волны, когда падла Beer Outfit, Lemon Day, вот Versus Group, вот это все как-то выделилось. На самом деле выделилось не из-за того, что такие группы были, а из-за того, что был какой-то в истории, в стране, период, когда людям захотелось что-то новенького и на концерт походить. Потом было затишье, потому что люди что-то перестали интересоваться. На самом деле группы были всегда, то есть они никуда не девались. И они будут всегда. Поколение, кто хочет стать миллионером. Поколение поле чудес. Поколение король лев. Все нихуя не впереди, все здесь. Феодальная раздробленность. Я же пою про это иногда, там, что легенд не будет новых, и нет каналов, которые бы заставили узнать большое количество людей об одной и той же группе одновременно, и тем самым сделать ее очень популярной. Все равно это все больше локализуется, и будут какие-то маленькие сообщества, типа, знаешь, как танцы низкого качества, очень крутая тема, ну, на мой взгляд, потому что это довольно узкий круг людей, который создал свой микроклимат, и они прекрасно чувствуют себя в нем. И вот туда все и движется. То есть на каждый жанр будут создаваться такие микрогруппы, внутри которых все будет происходить по-взрослому, но это уже не покажут там по телевизору и по радио не поставят. Ну, дальше этого не продвижется ничего. И это неплохо. То есть главное, как ты сам себя чувствуешь. Знаешь, если ты в своем городе, там, маленьком, единственный музыкант, ты чувствуешь там себя звездой, потому что тебя все знают. И совершенно не важно, что в других городах никто про тебя никогда не слышал. Это просто вопрос окружения. Мне бы лекарство от неба низкого. Будьте добры, Патри Шаинского. Возьму три самых дешевых шота. Включу про Антошку, уныло что-то. Облака похожи.
до группы, да? Может, на первом. Ну, или в самом начале группы. В общем, это никак не было связано с группой. Мы начали снимать, мы раньше снимали кино, а потом захотели снять... Мы, вот не мы, а мы деревня с пацанами. Вот. Снимали кино и захотели снять пластилиновый мультик. Попробовали, понравилось, начали снимать. Снимали несколько лет, его снимали, снимали очень долго, трудно. Он планировался вообще, ну, с художественным. То есть не как клип, а там да, диалоги, вот это все должно быть. У него был определенный сюжет. Вот. И мы не осилили довести его до конца, потому что очень было тяжело. Вот. И я подумал, что это будет замечательный клип. Только надо подождать, пока будет песня под него. И вот он у меня лежал, мы потратили на него несколько лет, плюс еще несколько лет он ждал, пока я напишу «Воля». Облака похожи на львов и черепах, сняли с производства, их не убеждали с рук. Под землей не гномы, а гробы и черепа. Кажется, я взрослый, повторяю себе вслух. Теперь ты доволен, теперь ты доволен. Волку кормят ноги, а меня женщины из буфета. Штука в том, что история нашей группы, она противоречит всем моим представлениям, потому что я никогда не думал, что у нас будет ходить столько людей, сколько сейчас. Я, ну, то есть, я понимаю, что это не стадион, но все равно, я не поверил бы, если бы мне сказали, что там на нас придет 30 человек, а вот 16 пришло. Вот, поэтому, знаешь, даже так скажу, один раз я слушал радио, и у Александра Васильева из группы Сплин спросили, вы помогаете как-то молодым музыкантам, как вы относитесь к тому, чтобы вот, продвигать кого-то талантливого? Он говорит, это не требует совершенно любого талантливого человека обязательно заметить. Я думаю, что ты поришь, боже мой, ты... И вот огромный интернет, никто никогда не найдет меня, никто никогда не услышит мои песни, потому что их миллион, да, не долистает никогда до них. И он, может, он прав, казался, я не знаю. Вот. В общем, так что на концертах можно зарабатывать, на самом деле. Не то чтобы мы зарабатывали на концертах, нет. Не то чтобы на жизни можно зарабатывать, но зарабатывать можно. Да, но чисто на пивко, например, вот да. После концерта. На винишко. Когда ты хочешь транслировать ее, что видят в твоих глазах, ты никогда соврал, что мне тяжело нести ее через лужу, когда... Блин, делась на языке, но ты не сумел сказать, когда машину толкать помогал ее мужу. Любовь — это когда она не... помогает. Это зависит от того, частью чего ощущает себя человек. Я, например, ощущаю себя частью этой страны и конкретно даже частью ее центра, например. То есть вот я не очень представляю, что происходит в Сибири, я не могу петь про Сибирь, например. То есть там наверняка все по-другому. Я хочу, чтобы меня понимали, я не воспринимаю вокал как инструмент музыкальный, да, то есть это я не ожидаю, что какие-то там аргентинцы будут тащиться от того, как мелодично я пою, тем более, что это глубоко не так. Вот, а я рассчитываю на то, что меня поймут, и поэтому мне интересно петь для аудитории, которая знает этот язык и думает на нем, да, например, а каким-то другим ребятам там, например, Никола Тесла и Катушка, как я слышал, выпустились на каком-то лейбле гаражном западном. И это очень круто, потому что ребята не уступают, на мой взгляд, другим настоящим западным группам в этой когорте. Почему то, что они из России, мешает им быть частью этой культуры? Нет, это очень круто, что они так делают. Ну, то есть это совсем другая история. Это был Дайте Танк специально для Хрущёвки. Волка кормят ноги, а меня женщина из буфета. Я не прощу, ты уснула, когда я вслух читал тебе фету. А теперь еще врешь, что слушала, повтори мне хоть строчку, ну-ка. Там не было про грозу, это тюща, сука, больше ни звука. Нет, ну-ка, как ты могла совершить такое? Мне не нужны оправдания, просто оставь покой меня. Ты ночь, как ветер, тень, я была в стрелке, ты у меня сейчас разобью вот эту тарелку.